В начале этого года появились слухи, что сердце Романа Абрамовича покорила новая девушка – Александра Карендюк. Информации о ней крайне мало, но говорят, что она музыкант и основатель Института музыкальных инициатив. Также девушка успела попробовать себя в качестве актрисы, снявшись в роли хостес в сериале «Вы все меня бесите». Немного пролила свет на личную жизнь Романа Абрамовича светский хроникер Бажена Рынска. Новая девушка, если не врут, абсолютно не гламурная, более хипстерская. Она совсем молодая и безумно интересная. У нее еврейское лицо. Делилась подробностями журналистка. К слову, в прошлом году олигарху приписывали роман с Юлией Пересильд. Поводом для сплетен стало появление актрисы на кинотавре с роскошными украшениями за 10 миллионов рублей. Якобы рядом со звездой в тот вечер находился охранник Абрамовича, который следил за ее безопасностью. Кто-то и вовсе уверял, что видел блондинку с Романом на светском мероприятии, но никаких подтверждений этому так и не появилось. Напомним, что ранее олигарх был женат на дочери влиятельного бизнесмена Дарьи Жуковой. Брюнетка подарила супругу двоих детей. Однако сохранить брак им не удалось. Пара рассталась 4 года назад, сохранив дружеские отношения ради наследников. Сейчас 40-летняя Дарья счастлива в союзе с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Бажена отметила: «Жукова какой-то космос. Переросла Абрамовича». Рынска добавила, что времена просто красивых спутниц давно прошли. Теперь олигархи предпочитают выбирать образованных и самодостаточных женщин, которые что-то из себя представляют. При этом им не обязательно обладать эффектной внешностью. Весной 2018 года Абрамович эмигрировал в Израиль из-за визовых проблем. На прошлой неделе сообщалось, что владелец Челси впервые за 3 года прибыл в Лондон. Сделал он это как гражданин Израиля. Между странами действует безвизовый режим. 24 октября Абрамовичу исполнится 55 лет.